лесник, и он очень любил свой лес, а особенно поляну. И он любил смотреть на звезды, а особенно на луну. Луна ему напоминала сыр, и он мечтал откусить кусочек луны. Однажды он, гуляв на поляне, он увидел ракету, осмотрел ее, никого не было. Он сел в нее и сказал: «Поехали!» Когда он прилетел на Луну, то он откусил кусочек Луны, но Луна оказалась не очень вкусной, зато он встретил зеленого. Это был очень добрый инопланетянин. Он познакомился с ним и позвал его к себе в гости. По дороге они залетели на Марс и позвали друзей зеленого. Они вместе полетели к мышонку в гости. Когда они прилетели к мышонку Пику, то пришли друзья Пика. Ёжик принес яблоки, Белочка принесла орешки, Зайчик принес грибы, а Лягушка цветы. Друзья Пика сказали огромное спасибо и загрузили гостинцы и полетели домой, а мышонку подарили волшебный леденец. Пик вернулся в норку и долго вспоминал своих новых друзей.